Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Panview Drive. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что у нас на очереди 7-й день. И сейчас мы узнаем, что он нам принесет. По-любому что-то страшное. Так, пойти наверх сейчас или не пойти наверх? Давайте начнем, пожалуй, с этого этажа. Ну, да. С этого этажа, потом с первого этажа. А потом уже пойдем туда наверх. Нам бы на самом-то деле найти ключ. Потому что... Ну, как бы... У нас только один ключ, который никуда не подходит. Так, сразу же включим свет здесь. Где, где, где? Ну ладно, я думаю, это по крайней мере не страшно. Мы просто возьмем трубку. Хотя телефон уже не звенит. Слушайте, мы не можем взять трубку. Нас что, специально сюда приманили? Зачем-то? Нас выманили? Да елки-палки, хватит. Боюсь этого звука. Тихо. Ну ладно, давайте уже первый этаж осмотрим, так уж и быть. Ну какого черта, ну? Может, нужно успеть как-то? Слушайте, видимо, нас... Кто-то что-то двигал. Да хватит тебе. Я не понимаю, то ли нам нужно... Слушайте, другой телефон. Где он? Ай, я не хотел брать спички. Да что ж такое? Долблю по кнопке... Телефон, взять трубку. Я не могу взять трубку. Так, стоп, я не понимаю, что от меня требуется. Там телефон звенел, я не могу его взять. Этот звенит, я ничего не могу с ним сделать. Моя не поним... Стоп, это другой звенит уже. Третий звенит. А где он? Ага, вот и... Что? Что? Что произошло? Я пропустил что-то страшное, да? Я ведь пропустил что-то страшное, по-любому, или нет? Неважно, у нас есть ключ. Теперь осталось просто найти, куда бы его применить. Здесь ручка в этой двери. Ага, хорошо. Так, на самом-то деле сюда не обязательно заходить, но я думаю, вдруг что-то появится новое, там записка здесь появится, или ключ еще один. И да хоть что-нибудь. Что-нибудь полезное. Тихо. Так, страшная картина, которая нас уже один раз не слабо так напугала. Очень не слабо. Так, нет, не сюда. Ну окей. Здесь открыто. Слушайте, ну кто-то двигал что-то. Попробуем здесь. А, здесь у нас и так уже было открыто. Ах, здесь же ты у нас. Ой-ой-ой-ой. Так, где включить свет? Слушайте.
Блин, боюсь я тебя. Мне твоя бикалка нравится. Почему нельзя взять ее с собой? Так, ты у нас что? Полностью выключает свет, да? Ладно. А, кстати, да, по-моему, как раз-таки здесь мы и закончили в прошлой серии, или нет? Нет, смотрите, не сюда. Странно, ладно. А что у нас с этой дверью, я даже не помню. По-моему, была заперта, да? Ага, вот, отлично, ее мы и открыли. Всего лишь кладовка. Стоп. И еще одна дверь сразу, и мы... Отлично, давайте сначала осмотрим здесь все. Мы все ключи в итоге потратили. Хорошо. Теперь меня не терзает, по крайней мере, постоянно мысль, куда применить еще один ключик, который у нас есть. Там ничего нету на улице такого страшного. Бочка под пиво. Ничего себе. Круто. Так, записка. Понятно. Сейчас мы здесь и вырубимся. Окей, ну давайте вначале хорошенько все осмотрим, что у нас здесь есть. Спички там есть. Здесь батарейки пока что брать не будем. Всего в достатке, скажем так. Хорошо. Хорошо, читаем. Что это? Лобстер какой-то. Crows have been circling the house all day. Their cacophony makes it almost unbearable to be outside. День восьмой. Так, первым делом антистресс. Тоже прямо традиция. Опять-таки гроза. Опять гроза. Лишь бы только свет не вырубился. Иначе все будет плохо. Так, просто включим здесь свет. А пойдем мы куда-нибудь пойдем. Куда-нибудь, я не знаю куда. Можно туда же сходить. А вось там что-то изменилось. Хотя, черт его знает, на самом-то деле. Мы будем осматривать, в принципе, все. В поиске чего-нибудь нового. Так, сразу же давайте включим здесь свет. Во, хорошо. Ключ нужен. Окей. Ключ мы найдем. Когда-нибудь. Когда-нибудь-то найдем по-любому. Так, стоп. Если мы сейчас пойдем сюда, мы туда придем. Давайте мы... Хотя ладно, пойдем туда. Какая разница, куда идти? Лишь бы все осмотреть. Слушайте, твоя бикалка для меня тоже как антистресс прямо. Ёлки-палки, где зажечь что-то можно?
Свечек нету нигде. Что там? Может, от нас хотят, чтобы мы увидели что-то? Настолько ярко просто. Да нет, все на месте. Все в порядке. Так, давайте пока что так. Стоп, ключ... Нет. А, мне показалось, что ключ лежит на столе. Ёлки. А, ёлки. Ёлки, ну ладно. Так, ну по крайней мере что-то сработало, какой-то скрипт. Я надеюсь. Стоп, да подождите, вы хотите сказать, что свет вообще везде вырубился? То есть... То есть везде от слова совсем? Вообще везде? Ну офигеть, вот этого, ребята, я и боялся. Вот этого я и боялся. На самом деле я этого боялся не только потому, что будет темно и страшно. Хотя да, и из-за этого тоже. Но еще из-за того, что нам придется очень сильно тратить наш фонарик. Возможно, еще и спички. Давайте, кстати, здесь уже... Так, нужно потратить сначала. Вот так. Будем стараться понемногу экономить. Где хоть немножко видно. Не знаю почему, но он меня жестоко пугает. Клоун в игре — это всегда не к добру. Это вообще... Доказано уже стольким количеством игр, что не перечислить. Слушайте, а чего делать-то? Ой-ой-ой, вот здесь жутко. Слушай, товарищ, может быть, дашь нам подсказку, скажешь, что ты что-то там слышишь где-то или еще что-то? Не? Никак? Не хочешь? Ладно, будем идти на ощупь. Так, здесь статуя, которая вертится. Точнее, ну почему я говорю вертится? Она не сама вертится, она вертит глазами. Если уж быть совсем правильными. Давайте что ли сходим наверх? Или стоп, где это мы находимся? А, нет, не там мы. Где подъем наверх? Нам нужно на второй этаж для начала. Ну ладно. Ну где-то ж по-любому что-то должно было произойти. Что-нибудь должно измениться где-то. Но если мы ничего не найдем в доме, я думаю, нам придется топать на улицу. Хотя я не представляю даже куда именно. Да еще и погодка такая не особо привлекает, чтобы идти гулять. Но что поделать? Фу. Да кто так? Кто делает пс? Что за стеклом, что ли, кто-то? Вроде ничего нету. Ничего необычного. Что-то я вообще не пользуюсь спичками, но как-то даже, если честно, не вижу смысла. Я в комнатах провожу пару секунд.
и ради этого спичку тратить. А вот здесь было бы неплохо зажечь чисто для самоуспокоения. Где тут можно? Вот канделябр есть здесь. Хоть чуть-чуть осветим это место. Вот, уже лучше. Ну, хотя оно так, чуть-чуть освещает, слабо. Я рассчитывал на больше. Так, нет, туда мы пойдем уже в крайнем случае. В самом крайнем случае. Что это было? Вот что это было? Это какой-то был стрёмный звук. Может быть, это был звук из соседней комнаты? Да нет, вроде ничегошеньки совсем не изменилось. Кстати, а лампочки, получается, вообще все полопались? То есть света не будет вообще теперь в игре? Да и ошибись, если правда так. Это, конечно, жесть будет. И теперь я прекрасно понимаю, зачем так много нам дают батареек, так много нам дают спичек буквально на каждом углу. То есть в дальнейшем... В коридоре, ведущем в гостиную с телевизором, ты слышал мяуканье? Какое мяуканье ты мог услышать отсюда? Коридор-то черти знает где. Это уже как-то странно. Ну ладно, сходим туда, конечно. Да тихо тебе, ну. Мяуканье. Ну, может быть, мы где-то оставили открытое окно, и кот пробрался. Опа-па-па-па. А, так вот. Кейтска. Слушайте, можно где-то здесь зажечь? Вот так, мне будет просто спокойнее. Да какого черта? Я только хотел тебя погладить, накормить. Дайте антистресс. Да, вот так. Так, телевизор у нас был где? Само собой, телевизор не включится. Так, что по батареечкам? Стоит ли нам взять? Давайте. А, стоп, подождите. Ну, как обычно, да, вот. Только что до меня дошло, как бы, код. Это ж событие. Каждое событие здесь оставляет после себя ключ. В этой игре все устроено таким образом. Так, здесь дверь открывается только это, да? Все, там нормально, там все открывается, там мы были. Нам нужно найти, куда применить этот ключ. Сиди и не DVD. Так, ну начнем здесь. Здесь у нас... Здесь у нас все открыто, подождите, да? По-моему, здесь все на этом этаже открыто. Будто звук странный был опять. Меня даже напугал. Это же на что? Это книга. Книга здесь лежала, она нам не нужна. Окей. Ничего, найдем. Найдем, конечно же. Но побегать придется. Просто успокоиться хочется. Фух,
постоять на свету и успокоиться. А куда делись мечи? А вот, это типа мы их отнесли в сторонку, чтобы нам не мешали ходить, чтобы не спотыкаться, в общем. Так. Может быть здесь? Да. Отлично. Так, дверь и лестница, да? И проход, и еще дверь. Ключ нужен. Туда мы сходим, само собой. Заперто. Батарейки есть, отлично. Теперь мы знаем, куда ключи нужны. Вот здесь у нас куча помещений, которые заперты. Так, вроде нет записки, значит, идем дальше. Ага, не сюда. Ладно. Ну, вроде пока что ничего особо страшного не происходит, мы просто... Тихо. Идем и себе, и идем, и все. Вот только что идем мы в неизвестность. Темноту. Еще выше? Офигеть. Да сколько же здесь комнат-то? Сколько еще ключей нужно? Ну ладно, идем еще выше. Это уже какой будет? Четвертый этаж, походу. Или пятый, или... Я сбился со счета, я запутался, где мы находимся, на каком этаже сейчас. Сколько здесь комнат, смотрите, офигеть. Офигеть. Куда же мне, если не сюда? Стоп, ребята, а куда мне в таком случае? Ведь везде заперто... А нам нужно найти записку. Так, слушайте, вот здесь вот точно не было... Нет, стоп, подождите, где мы? Где было открыто? Здесь? Стоп, я запутался. А, вот. Так, где у нас было открытое помещение? Вот здесь, да. Здесь точно не было записки. У нас батарейка села. Прекрасно. А можно зажечь где-то свечки? Вот так. Блин, все равно ничего не видно, офигеть. Толку от этой свечи, как с козла молока, если честно. Батарейки возьмем, само собой, новое. А, ключ! Ключ, ребята, вот это я слепой. Ну, бывает. Бывает, что поделать. Ну, ладно, по крайней мере, ключик мы нашли все-таки. Осталось найти, куда его применить. Нет. А во, хорошо. Что? Что, крыс или что? Еще ключик. Ребята, я не понял, чего мы должны были испугаться. Конечно, звуки были стрёмные, мне показалось звук крыс, то есть типа крысы пробежали. Но я ничего не увидел. Это меня спасло на самом деле, я не успел испугаться, я понял, что должен испугаться, но не успел. Я пытался понять, чего бояться. Ну да ладно. Так. А попробуем вот эту дверь. А попробуем там сразу же. Ну, чтобы этот этаж просто исключить.
Угу. Так, ничего не изменилось, нет? Ну, пойдем наверх тогда. Да ладно, еще выше. Ну, хорошо. У нас внизу там еще двери есть запертые, но раз уж мы здесь, давайте здесь осмотрим. А, вот, отлично. Как раз-таки первая даже дверь. Спальня. Ну, по-любому мы здесь вырубимся. Раз уж спальня. Да, записку вижу. А, еще и ключик. Можно, конечно, сейчас пойти посмотреть, что мы им можем открыть. Но давайте лучше уже возьмем записку и поспим. Линда grows more frightened of the old clown doll every day. She hardly dares walk past it. День 9. А 9-й день, ребята, мы начнем с вами уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.